Привет, привет. О, как поменять название стрима теперь? Рекламка. Начнем пока так. Позже, может, и музыку подвезут. Ремиксы на Unreal. Чем-то 170 очков до 5000, и дальше можно играть Гайлом, потому что Кент все равно только против нубасиков. Блин, звук какой-то объемный в наушниках, я Dolby Digital не включал. Acer монитор смотрит на меня. А вот инструкция к моему SA243HL монитору. Тоже рядом лежит. Надо почитать на досуге. Какой-то болгарин. Или серб. Round one. Fight. По-быстренькому альтабнемся, чтобы у него залагало, а у нас отлагало. Так, нам надо сделать антиэйр атак. А чё, не панишится, что ли? Охренел, что ли, антиэрить меня? Путис от нубасика. Попробую панишить ДПшкой. Я не понял его. Колени ж сейфовые, что ли? Yeah.
как так? Нормально. Серебряный нубасик одолел меня. Луганск тут. Лучше и не скажешь. Колени Урина не панишатся, хотя должны. Так что серебряные Урины нас будут угнетать. Раунд 1. Файт! Вот это же я должен панишить. Вот это бред. Ладно, попробуем запанишить его колени. Получается, Урин может просто делать все говно нон-стоп, и я ничего не могу его за это наказать. Круто, да? Колени не панишутся, хедбат не панишится, плечо не панишится. Все сейфовое. Сразу минус все очки за проигрыш серебряному лоху. Норм, норм. А все из-за чего? Из-за того, что лагает. И роллбеки уродские. От Capcom. Фирменная фича Street Fighter 5. Односторонние роллбеки. Another Logodrome is coming your way.
Button Masher. Ну, тут можно сразу выходить. Матчап 100-0 в пользу Карен. Раунд 1. Файт! Hadouken! Hadouken! Первый же прыжок. Макс дэмэдж. Ничего нельзя сделать. Ты чё, охренел? Такого нуба я еще не встречал. Как можно так плохо играть, как этот Карен? И все равно выиграть меня. Нормально, чё. У меня мышка вылезла посреди экрана, когда он на меня кроссапом прыгал, поэтому я его не заблочил. Windows 7 нелицензионная версия. Спасибо тебе большое. Как можно проиграть такому нубу? За гранью понимания просто. Раунд 1. Почему ничего не работает? Hey!
таких нубов я еще не видел. Он же вообще ничего не умеет. Ему дали краш-каунтер, он сам мешает при этом хард-панч. Хард-кик. Нормально. Ну что я такое? Не запанишил его на прыжке. Это Карин просто худшая Карин из всех, что я когда-либо встречал. Как можно так плохо играть? Я вообще не понимаю. Все равно выиграет меня сейчас. Невидимый бросок. Как я должен его тэчить? До свидания. Как можно делать такую тупую бугуйню? Ты играешь с Кеном, с полным супером. Куда ты делаешь V-триггер-то ему? Ты что, тупой? Дебил. Да, и выйди, пожалуйста. Рейдж квитнись. Таких идиотов я еще не видел.
Очередной лагальщик. Coming my way. Блин, как можно в это говно играть? Хинкали. Какой-то анимешник. Inoue Sensei. Round one. Fight. Альтавнимся по-быстренькому. Идет, жмет кнопки, не останавливаясь вообще. Перестанет делать ТП. Нет, зачем? Лучше рейдж квитнуть в конце. Что тут говорить? Сказать даже нечего. Идиот! Снова этот поиск, поиск. Почему нельзя, как в SF4, взять, выбрать из списка готовых игроков, с кем поиграть? Нет, надо сидеть, ждать. Какой-то патч на МКХ вышел. 40 гигабайт. Ну и что там? С дуба рухнули. Какие 40 гигабайт? Зачем мне это надо? Видимо, поиск надо перезапускать каждый раз вручную, чтобы он работал.
пришло время для анреалов ремиксов. Анреальных ремиксов. Что я тут недавно слушал? Кем играет? Никого не находит. Ёлки-палки. Пойду тогда колени Уриена попробую запанишить. Блевотный Лондон стейдж. Так, это оверхед, понятно. Трехфреймовыми панишится. А четырех уже нет, что ли? Вы охренели, что ли? Минус три всего лишь? Питонис? What the fuck? Вообще не панишится? Сейчас я типа высоко заблочил, поэтому запанишил. А если на макс рейнже, то вообще не панишится. Да вы чё, блин? Карт удар уже не работает. Да и лайт не совсем. А это почему сработало вдруг? Он легко может развести этими коленями.
не прилететь в меня, а прилететь мимо. Тогда мой ДП випнет. Попробуем медиум. Медиум попробуем. А медиум что, панишится типа? То есть лайт не панишится, а медиум да. Почему не хард? Хард же тоже 4 фрейма. Какого хрена? Да и этот тоже не панишится. Только в упор. Надо идти на него. И тогда все равно не запанишешь. Как это работает? Пэшить это ненадежная хрень, он может мимо пролететь. У нас бы хорошо сказать лайт панч, по-моему, нормальная тема. Жок на месте лайткик тоже ничего. Медиум удар уже трейдится. Ну что это за паниш? Это ж 30 урона всего, или 40. Ты еще теряешь позицию. Это уже трейд. Хоть у этого XDP большой рейндж. RDP тоже не маленький. Ну это, блин, то же самое, что лайтпанчом ударить. А риска больше. Ну это что за урон? Дышится под ним нормальная тема. Окей, так. Нормально перебивает. То есть там, ну естественно, там инвула никого нет, просто хёрдбокс и хитбокс. Проверили, что будет, если прыгать вперед. Перебивает, падла! Air to air! Охренел, что ли?
Так, а чё попроще? Тоже работает. Паниши узнал. Все, я готов. Тут 100% сейчас будет Зангиф. Все Зангиевы попадаются одному мне. Нэш. Финский Нэш. Масло печали. Мне нравится Хим. Почему я не антиэрю? Он же прыгает. Телепорт, бросок, окей, давай, давай. Ну блин, я дэш, этот джеб жал. Какого хрена? Я джал джеб на реакцию на его дэш. И он меня бросил. Как так? Да ладно, блин, ну вы чё? Пять прыжками убивают, вы чё? Вы гоните, что ли? Бросок на вейке. И он не сдох. Вот триггер на вейке, конечно же. Что еще Нэш может делать? Аллилуйя! Дэш подножка, да ты чё гонишь что ли, ты идиот? Неплохой паниш. Почему?
почему его дебильный удар всегда достает до меня, где бы он ни телепортировался? Это же халява называется. Почему он? Знаешь, а такое есть. Вот сейчас среагировал на дэш. Почему он успевает блочить-то, я не пойму. Чё за рекавери такое вот из скилла? Вот сейчас он сквитриггер пытается сделать. Давай. Да где моё комбо? Тайм-овер, обломись, да? Посмотрим анимацию тайм-овера. А анимация тайм-овера такая же, как и обычного Вина. Они даже не стали делать специальную анимацию. Вот уроды, а. Дэш подножка, смотри-ка, работает. Блин, опять АФКшная мышка вылезла. Пиратский Windows напоминает о себе. Обломись. Нихера себе, ты охренел? Прыгает вперед, потом идет назад пешком. И так всю игру. Да ты гений просто! Вот и Зангиев. Плакали мои очки. Гиппопотам в моей машине. Ген машина, а Зангиев гиппопотам.
зелененькие браслетики. Нихера себе он достает докуда. Какого хрена? Ёбаный Б-триггер, блять, ненавижу его. Кнопка победы Зангиева нахер. Мгновенный вин. Пошел ты. Ты охренел, что ли? Идет просто хард ногу жмет, ублюдок. Прыжками его убил. В чем смысл? Да почему ты достаешь-то до меня? Продышится и еще 360 сделать. Почему напрыжка так мало урона делает? Алло! На все мои прыжки антиэришь, урод. Yeah.
пилотский матчап. Наконец-то прыжок. Куда ты дышишься-то, а? Почему эта нога не панишит его? Алло! Прощай, В-триггер! О, 5000 ровно! Ура! Держи его на дистанции максимально долго. Ну вот я тоже что-то об этом начал думать. Более активный Зангиф, чем этот, просто бы подошел ко мне пешком побыстрее и начал бы свою игру пораньше. Он просто жирный на хп. Что есть, то есть. Мне его миллион раз надо ударить. А ему меня ударить 3 раза надо. Механизм 8.umx. Опять Зангиф! Я не хочу! Не хочу играть Зангиевым! Уберите его!
самый тупой персонаж из F5, наверное, наравне с Фангом. Я еще со второго плеера оказался. Как со второго плеера играть, понятия не имею. Ты охренел реагировать на мой дэш? Почему его Light Punch и Hard Punch Crash Counter крашат лоу-мувы? Это что вообще такое? Почему я не могу вот так вот лоу-киком его зонить? Почему его Light Punch и Crash Counter Hard Punch перебивает все? Нихера себе, wake up, Light Punch. Твою медь. Два краш-каунтера подряд. Вот почему этот персонаж тупой. Потому что вот за него вот так вот играют. А потому что играть по-другому невозможно. Ну и куда вот мой удар уходит? Смотрите. Краш-каунтер. Надо кара хадукин делать. Вот такой вот. Просто жмет хардпань судорожно, когда я рядом. Что это за идиотский персонаж? Да еще и антиэрит. Ой, да пошел ты. Тупость настоящая, просто идет, машет хардами своими, блин, которые за километр достают, а у меня Т-рекс нормалы. Так, знаешь что, давай-ка меняемся местами. Вот так вот. Вот ты охренела. Пошел ты в жопу. Вот это что за размахи нормалами, блин? Идет, машет хардами. Иди в пизду, блядь. Конченое, блядь, чмо. Тут поможет только такой вариант. Alt F4. Все Зангиевы интернета, все мне попадаются подряд! Идите в жопу!
другие файтеры, приезжаешь, тебе все говорят, что-то ни одного Зангиева в ранкидах нет. Я слушаю эти слова и просто ужасаюсь. Они все у меня на экране. Все Зангиевы в мире у меня. Не хочу я с ними играть, пошли они в жопу. Роксас мне в турнире попадется, я сразу нахер скажу, я сдаюсь. Идите вы все, не буду я с ним играть вообще даже, близко не подойду. Пора уже сменить персонажа. 5000-то я достиг. Пока Гайла обратно не заблокировали. Надо успевать. Где паниш за рейшквит? Нету его. Потому что говорят, надо 3 рейшквита сделать, чтобы паниш был. Поэтому все так же свободно рейшквитят и все. Реально, в натуре мне вообще не надо ни кусочка Зангиева в этой игре. Я не хочу видеть его на экране вообще. Это персонаж, блядь, еще больше выбешивает, чем Байсон в SF4. А такое трудно вообще добиться такого. Такой тупизны персонажа. Что-то мне финны попадаются сегодня одни. А, идиотский стейдж коричневый. Чувак заучил 4 кнопки и порядок их сжатия и повторяет. Сапил мой флешкик. Да, блин. Мисклик. Надо было супер сделать, да и все. А сейчас он меня выиграет в итоге.
Закрасапил мой лайт панч. Да, да, идешь ты меня красапить. И второй раз красапит. Ты охренел, нет? Только что его красап сбил РТРом. Он тут же второй раз прыгает. Просто расписывается в бумажке с текстом: «Я идиот. Убейте меня». Надо подойти к Кайл на рейндж, когда он не может антиэрить, чтобы закрасапить его. О, тактика богов просто. Это же никто не догадается об этом. И надо делать два прыжка подряд. Вдруг прокатит ценные попытки. Ну блин, еще и СФ завис. Альт-альт-таба. Игра, которая зависает от альт-таба. Как вам это понравится? А нет, вроде нормально. Каждому Зангиеву уже ментально проиграл. Ну вот, как-то так, да. Потому что ты можешь его в перфект унижать. Дратути. Можешь Зангиева в перфект бить. 20 раз его ударить, у тебя будет полное хп. Он один раз нажмет V-триггер и тут же побеждает. Instant win в раунде. И V-триггер получается еще лучше, чем уникали, да? Потому что уникали там еще надо что-то напрягаться, там добиваться победы там, хоть это и легко. А у Зангиева просто нажал V-триггер и сразу победил. Файтер 5 зависает от альтаба. Ну что это за... Ё-моё. Сидел, смотрел Спанч Боба. Что-то решил в SF5 поиграть. Не игрался с субботы прошлой. Ёкарно, у меня ржавчина на хитбоксе в некрашенном месте. За Гайла зато ментально метр копится. Что супер, что в метр. Почему ни одного русского не попадается в ранке так? Я ничего не понимаю. Никто не играет, что ли? Мне уже где-то 2 месяца или 3 месяца подряд ни одного русского не попадалось в ранке. Ни одного! Ультра Сильвер. Ха-ха-ха.
мой Light Punch. Тратути. Мышка опять вылезла. АФКшнулся нечаянно. Ты что, шутишь что ли? Это что за урон сейчас был от броска? Он мне треть хп снес. Желтая рубашка у Веги. А у меня желтая жилетка. Ну я ж знал, что он поедет сейчас по рельсам. Опять я знал это. Почему он Мити-то не сожрал? Хотел сделать ему шими, он сделал мне нормал на вейке. Да откуда он знает-то? Ах ты хитрый! Ты что сделал-то? Дратути! Ну и отросок у меня. Сейчас попробую альтапнуться, надеюсь, игра не зависнет. Ать! Вроде не зависла. Какая середина дня? У меня уже 17:40. We'll be right back.
Рау. Он зеленый или черный? Что-то я не могу понять. Если черный, то это сваг. Зато у него йогуртовые перчатки. Какой-то он зеленоватый. Блин, не ту кнопку жму. Какой-то рашдаун, рю. Приземляется сразу, бросок жмет. Какой-то он непуганный, что ли, или чё? Блин, флешкик запорол. Как он не жрёт-то это? Ну что это? Гений рашдауна просто. Вперед зажал, вперед вверх и пошел. Хотел продышаться под ним. Чувак вообще понятия не имеет, что он делает. Может, он с закрытыми глазами играет, я не знаю. Отвернулся от монитора. Где там мой go-down? Go-down, аж капсом написал.
Блин, кого-то нашло и дропнуло сразу. Кого не находит, блин. Болгарин, Байсон. 3500 всего лишь. Не дай бог он меня выиграет. Это ж будет взрыв. Ничего себе, антиэрить что ли умеешь? Дратути. Да куда мой оверхед-то уехал? Да ничего, он что творит-то, а? Да, лол. Чувак делал всю игру одно и то же. И в итоге выиграл! Почему? Да как это работает-то у тебя? Ну что за придурок? Как он у меня раунд еще выиграл, я не пойму. Yeah.
Он не хочет блочить на приземлении, просто никак. Обязательно что-то жмет. Он там в минусе на 50 фреймов, и все равно что-то жмет. Нифига себе, я был над ним! Как он меня ударил? Чё за бред? Нечего сказать просто про этого Байсона. Сидит, чарджит и делает свои чардж херни. И все. Больше ничего. We'll be right back.
есть какая-то. Этот рю мне уже попадался. Это тот, наверное, упоротый, который вперед идет все время и прыгает. Yeah.
Ожидаем теперь 3 часа, чтобы кого-то нашло опять. Этот ранкет онлайн такая тягомотина. Со всеми сыграл уже, что ли? Никто больше не хочет играть.
кого же нам в этот раз нашло. Дал Сим. Это удаляй. Сейчас будет. Телепорт. И все. Больше ничего он не будет делать. Я специально сейчас буду джеб херачить против его телепорта. И вы увидите, что джеб нифига не работает против телепорта Делсима. Сейчас сработал. Вот сейчас нет. Шах и мат просто. Да ты охренел пригибаться. Вот урод, а! Что за придурь? Телепортируется такой счастливый! Охреневший, телепортируется, и рейдж квитит еще. О, мой телепорт, этот, брейндедный телепорт не подействовал. Рейдж квит нахер, как так-то? Урод. Вообще святая простота.
кидают свой шар Йога Файр и телепортируются счастливые. А, а чё? Так нельзя, что ли? Рейдж квит? Какой-то бешеный ремикс. Давай, ищи уже кого-нибудь. То Зангиев, то Талсим, то Байсон Рейджквит, то Талсим Рейджквит. То я сам Рейджквит. Три тысячи уриен, 7 винов. Это явно рейдж-квит. Заранее понятно. Thank you.
Ну, это Rage Quit, заранее ясно. Найс, ты прилетел. Хэдбат все вообще побеждает. Я такое наделал страшное. Хотел супер закомбить, в итоге сам себя обманул. Первый шквит. Не было Rage Quit'а. Ой, блин, вот дерьмо. Серебряный мешер очередной меня выиграл. Удаляем игру. Чувак просто первый раз играет и выиграл меня. Thank you.
3 краш-каунтера подряд. Он продолжает кнопки жать. Прервал мой винстрик своими задроченными фулл комбо в тренинг моде. Комбо задрочил одно, а как играть понятия не имеет. Два боя сыграл, очков еще меньше, чем было. Причем 2 из 3 выиграл. Какой смысл сейчас речкритить? Поинты же снимают, нет? Ну, снимают поинты якобы за 3 речквитов подряд. А 1-2 делать никто не запрещает. Цемент какой-то там. Сейчас будет плечом ездить. Ждем, пока он вперед нажмет. Экс у них бум. Right there!
О, повезло. На этот раз Air2Air мой победил. То он меня медиум киком все перебивал. Ну, лайт атака быстрее медиум атаки, так что обломись, да? Начинает раунд с прыжка, как упоротый. Да блин, какого хрена? Сидел, хардпанча свой нажал. Дышится и прыгает. Он типа думает, что это нифига незаметно, что ли, или чё? Его ритм вообще вот на раз, вот на щелчок пальцев, но вот так просто сразу раскалывается. Сейчас я дышнусь один раз и прыгну вперед. И ты не поймешь, что я это сделаю. Ага, сейчас. Подумай еще раз.
надеюсь, не Зангиф. Кен. Да еще и синенький. Аренда. 8 винов. Попахивает рыжквитом. Упоротый Кен, абсолютно. Это точно будет рейдж-квит. Я не буду с ним второй раз играть, с этим упоротым придурком. А вот и рейдж квит. 8 винов, Кен. 6000 ЛП. Какой это уже рейдж квит на сегодня? 4-й? Или 5-й уже? Какого хрена происходит? Я так хорошо играю, что все речквитят.
Так долго ищет, капец. Если к концу этого трека никого не найдет, все, до свидания. SF5. С таким же успехом я могу в окно пойти посмотреть. Так же интересно будет. Как раз помойка из окна видна. Балрог, но это невыигрываемый матчап. У него, как у Зангиева, инстант вин на В-триггере. Это надо нейтрал джампить. Зло. Бред, вообще бред. Да ты запалил прыжками-то меня убивать. Yeah.
опять повезло. Чувак просто на прыжке не заблочил два раза. И так я раунды взял. Easy operation. Флешкик-то, блин. Просто вниз-вниз, кик-кик, и вин. Зря я это сделал. Опять прыжками убивают, да ё-моё! Еще и АФК.
просто с конца экрана летит. И это еще и сейв, все. Матча просто 10-0 в пользу Балрога, я не знаю. Все очки у меня сняли! Когда по нему бьют, он просто мешает свои лайты в таргет комбо свое из лайтов. Вообще проблем нету у него. Почему всякие зангивы, какие-то балроги? Невыигрываемые матчапы, почему мне это подставляют в ранкедах? Я ничего не пойму. Нахрен они мне? Я и так знаю, что Балрога невозможно выиграть. И Зангиева тоже нереально. Бросать он меня будет. Что это за лаг там был в середине? Конченый роллбэк, блин. Из-за него я смотрю уровень с одной стороны, лаг, потом уровень с другой стороны уже оказался. Все очки просто до нуля сняли. Пошел ты в жопу, Ури! Ты чё, охренел? Yeah.
Дышится такой в меня, охреневший. Миллион очков из-за него с меня сняли. Какого хрена? Прыгун, блин. Дышится, главное, такой. Ты не охренел ли, алё? Ой, вот это плохо. Придурочные урины со своими аегисами.
Ну отдавай мои очки, падла. Все, хватит, наверное. Пока до нуля все не спустил.